Так, я, короче, перейду в другой канал. Тут, судя по всему, сейчас рейдеры начнут собираться. Давай, давай. Пока. Ща, я сумочки свои почищу. Тоже с вами. Сегодня. Я тоже могу быть танком. Сейчас, погодите, я буду в Наксрамасе. Сейчас только куплю знаки королей. Каска ущербная. Понял. Ты не принимаешь. Ну, уже здесь пол рейда. Да, ставьте. Я кулаки раскидываю всем. Я кулаки. У меня забафанные кулаки. Один лок. Как раз шакит на туда и тянет. Ой, а можно меня засунуть? Я тоже пойду духи куплю.
Слушать меня! Ой, что ты собрал-то? Что это за пати-то? Ну, рейд. Вообще про весь рейд. Сейчас скажу. Сейчас у меня прогрузится, я тебе скажу. А кого-то из волков убрал. А, хорошо. А ты хочешь в 5 хилов уйти, серьезно? Хорошо. Да не-не-не, ты разговаривай. Я сейчас все равно это отходить буду. Еще на пару минут. Так что ты разговаривай. Так, что у нас получается? А, то есть у нас ни одного ханта нету, что ли, в гильдии? Начинайте пока трэш, этот скажешь в Дисе, как вы будете возле босса. Я пойду на кухню. Пройдусь. Я пока не могу использовать эту выбирайте, но все пути ведут к боли и смерти. Слава, можно купить у тебя фласк? Для кастера. А в пуле гильдии нет? Сколько стоит баночка?
Фулбаф сделали, блядь. Без меня пробафаться даже не можете, пока я, блин, на кухне картошку довариваю, ёбаный в рот. Рыбу, пожалуйста, шакит в студию. Всех смотрим, если кого-то нету в инсте, шкаф поставили да сумонили. Почему я от входа должен бежать, господа? Так, Варлайка раздала кулаки, Тагариус, Прота, Пан, Каски, Турбоёжик, МП5. Ну а как вы хотели, ёбаный в рот? Так. Все уже, не надо меня смотреть, я уже добежал. Что с рыбой? Шакит, поставь рыбу, пожалуйста. Или ты на нее сел, греешь ее? Шакит. Арчи на присутствие. Можно. Есть у кого-то рыба, бля? Ребят. Гудвайн, по этим вопросам к Whitefly FPM. Чё там он хочет? Ну, вон рейчат прочитай. Шакит, поставь рыбу, пожалуйста, братик. Все, все сели, хаваем рыбу. Все остальные смотрят на него, блядь, я не знаю, как воробьи какие-то на еду такие. Оп, набежали. Чайки, да, точно, блядь. Так. Херово, конечно, что у нас нету ханта. Фулбаф, господа, сделали абсолютно. Сейчас я проверяю, если каких-то бафов нету. Вот я не вижу приста бафа на себе. Бежал. Отлично, спасибо. Так, едем дальше, смотрим. Ну ладно, по остальному претензий нету. Фласки. Прям сейчас пропили. Ты поддержишь босса? Бля, я чем буду заниматься? Заебал. Ладно. Ладно, поэт. Да надо этот спек армса сделать, хоть какой-то ДПС давать. Как-то Гариус, ты одного моба забрал, да. Все, второго подвожу. Плотнее к жопе вот сюда подводи. Сыграли все по жукам. Полностью весь ДПС сейчас должен пойти в жуков. Только в жуков. Рассредоточились чуть пораньше, не стойте одной кучей, пожалуйста. Все отлично, играем по боссу. Роги друг друга в фокус взяли. Напуливайте дальше друг на друга. Там по агру все нормально. Апайте себе ДПС. Войт, на всякий случай, давай рутаун. Забирай. Мелких зачем ты там держишь, ты говоришь? Под босса их. Подхватываешь и под босс. Все. Все сдвинулись, все за мной.
играем по Рахниду. Все пока по Рахниду. Добили Рахнида, играем по боссу. РДД уже по боссу, милики подключились, играем. Добили босс. Добивайте. Все, побежали дальше. Все побежали. Не стоим, не ждем лута. А, Войд, забирай весь лут, разролишь потом. Просто забирай весь лут себе и потом уже разролишь его. Принеси торбо ежа пока, Войд. Роль тебе дал? Нижнего запер. Роль надо просить, чтобы самому переноситься. А то так можно всех переносить. Тут, наверное, если вы не сильно заняты, можно как-то разобраться с этим, а то я хотел бы один посидеть без спорта. Мы сильно заняты. Кто это говорит? Кто это сказал? По поводу не сильно занят. Я тоже всегда удивляюсь, мы как будто мысли должны читать. Да? Ну да. Сейчас я отвяжусь. Ну мы ж не сильно заняты, мы ж там не проносим на вообще. Ни капли не занят. Ну хью сейчас диспелить стараются. Ну, скорее всего, да, перешел в другой, наверное, канал. Нет, а там другой ёж был. Нет, тут твой пасек. У нас же два ежа у нас. Есть турбо ежик, блядь, а есть просто ежик у нас. Один не прокачанный, второй прокачанный. Турбо, блядь. А второй на этом, на дизеле. Без турбины. Просто дизель. Или вообще Ан 92 жрет, первый узнает. Да, главное, чтоб не 80. Если будут падать эпик 212, никто не нидит, нидит только Войд, потом все сам вам разрулит. Так, Зай, на контре посидишь. Вон, которые метки.
Так, кто последователей поддержит? Тагариус? Ну давай ты босса, давай, он крестик череп, крестик. Я 4 метки. Хорошо. Все, арчаны. Арчаны готовы. Роги также, первый на пол, оба в меня сдаете. А остальные все на пол и между собой. Апайте друг другу ДПС. Так, все, все готово. Даю таймер, поехали по таймеру. На этом боссе будем сдавать Геру. Гера пошла. В ОЕшке не стоим, хилы максимально хилим сейчас. Напрягаем свои жопы. Почему у меня череп крест по рейду гуляет? Ты горел. Выведи их чуть в сторонку, да, и стой там с ними спокойно себе. А уешка милики. Еще 20 секунд у нас есть до первой берсы. А, да, я забыл про чердж. Забей. Да, я подтупил немножко. Бери уже в контроль любого из служителей. Там единичка такая будет, там объятие по команде. Как только она вырастет, сразу прожимай. Все, снимай. Нет. Теперь снялось. Бэр мне срочно, Войд, подхватывай босс. Блядь, сколько можно падать на этом боссе-то? Фул баф, пожалуйста, закиньте меня на фул. Забрал вдову. Ну, а в который, я же сказал, объятие вампира. Ну, навести можно было, я же заранее тебе сказал. Да. Добивать. А ты чё, кстати, диспреста туда отдал? Нет, он мне в диссе написал, что сейчас прочитаю. Кто не может прийти, уехал на выходные, это диск прист. Резайте павших, остальные все побежали за мной. Бан с Даинер в турбоежа, Шакит в Варлайк, Олимп в Балладу. И побежали. Все, Инеры скинули, побежали. Я выключу. Да, можно. Рез Олимпа станешь, резнешь потом августа. Говорят, можно их обойти, не? Да блять, кто мобов еще приводит? Как он их приводит? Да, их обойти-то можно, но у нас постоянно какие-то рукули цепляют. Нажмите мазбов. Не рагули, а ракули какие-то. Вспомнил канал. Если ты, конечно, себя ракули считаешь, то да ладно.
Но если ты истинный, блядь, Рагуля, нахуй, то это не уёб. Вой, ну чем ты их спулил? А чё, их не надо? Нет. Ну мы ж не это, мы не репу пришли сюда фармить. Лишний трэш нам не нужен. А второго паука сюда, пожалуйста. К остальным подводим. Весь рейд за моей спиной встал. Снимаем быстро мобы. Все, побежали вдоль ручейка этого. Да. Там сзади мобрали. Блять, ну как? У кого жжет, блять, жопа толстая, нахуй, и не пролазит, блять. Скажите сразу, я просто вас, блять, на таких перебежках буду сумонить. Мне это будет быстрее, чем вот стоять и бить каждый пак. Ну а как по мне, если этот трэш вообще не цеплять, будет еще быстрее. Ключевое слово есть. Ну так в этом нет как таковой проблемы. Сейчас получается два лишних пака. Ну... Че, послакаешь? Да, мне похуй вообще, хоть что-нибудь. Так, вот с этой стороны, где Шакит, здесь становится четвертая пати РДД. Соответственно, вот здесь у нас становится третья пати. Трик, ты с третьей пати. Арчи, на готовность. Если все готовы, то поехали. Пантур, Майожик, что с настойками? Не сейчас. Дискон или что? Нет, нету дискона никакого. Че там, готовы? Готовы? Сейчас пойди. Так, все, пан выпил. Кто? Шакит, у тебя фасок много? Дай потом одну турбоежику после этого, босс. Арчины готовности, поехали. Все, все готовы, даю таймер. Войду курс не постоянно, пожалуйста. Точнее, дисплей нет. Кокон на Блэкдарке, я к Синамон. Быстренько сливе. РДД, будете долго коконы сливать, либо если кто-то умрет из-за вас на коконах, вся пати, которая была назначена на эту сторону ГП.
Кокона. На Валтора, Аксунамон. Сбили Кокона. Отлично. Сейчас отлично, быстро. Ой, на диспел. Отлично. До Коконов успели диспелить. А, Тагариус, сдай сальву по рыбоцепи. Роги друг на друга пулите. Апайте ДПС, еще раз напоминаю. Коконы. Аксунамун, счастливчик и капустка. Быстро сливаем коконы. Сейчас сильно плотно хилим, коконы готовимся, и Тагариус, нет, ладно, не Тагариус, пан, готовь бабл и этот, и каплю. Где? Давай сейчас на вольт, блядь, я понял. Ретаунд. Там меня она не должна убить. Все, забирай. Тагариус, готовь, если что. Хотя не, уже не будет. Там уже похуй. Да-да-да, я говорю, уже не будет. Коконы последние залейте сейчас. Кадырова и Резвана. Разбейте. Они все с одной стороны. Третья пати. Ну, молодцы. Забирай лут, поехали дальше. Мерзость. Ну да, погнали на мир. Ну да, в принципе, погнали против часовой на мерзость. Ну там этот одну тринку сразу разроль. А, ты мне? Ну, хорошо. Пусть пускаю тебя, пускаю разроль две. Окей. Так, что у меня слоты еще есть? Да, еще есть. В принципе, три слота у меня осталось. Нет, там две одинаковые трини на РДД. Или на хилах. На хила. На хила, да, на хила. Ну, на РГД тоже ее можно поставить. Они топовые? Три. Топовые? Да, не. На сову пойдет первое время? Да, может, какой вариант. Ну, лучше, конечно, РТДшками. Хотя, ой, не РТДшками, хилам. Но, опять-таки, она редко прокает. Просто такое, да. А на Эрдру? На Эрдру можно попробовать, можно. Неплохая будет, я думаю. Потому что там, грубо говоря, отходок, урон весь идет. Ой, не весь урон, а весь прохил отходок. И как раз таки тринька прокает именно отходок. От постепенного, не от мгновенного лечения. Можно прийти сюда, я уезжали, ребят. Спасибо. Thank you.
Били вот этого моба одного. Ну, подержу. Ну, подержи, мне пофиг. Продвигаемся, продвигаемся. А чё по хилам? Чё их на 3-5? Да нет, Трик вроде как не хилит, он вроде вэлен. А. Чё, мы там будем бить? Чё, куда мы пошли? Чё делаем? Ну, давай назад сдвинемся, давай назад сдвинемся. Ладно. Милики первое время стоим АФК. И догонит, он писал 2 минуты АФК, без него если что убьем, задерживать рейд не будем. Все, без таймера, иди пуляй. Милика стоим, пока ждем. Все, милики, вливаемся. Сейчас Юи подойдет, тогда Геру один. Он уже подбегает. Глянь, давай быстрее. Подлетаем, мы уже бьем. Все, давайте, Геру. Рагуля, можете друг на друга напуливать. Тагариус, дай пока сальву по Блэкдарку. А, понял, хорошо. Варвайк, кидай ее на Блэкдарка сальву. Угу, спасибо. Блэкдарк, зачем раскол юзнул? Там нормально все было, тебе сальву дали. Ты отставал на 200 тысяч. Ну, в принципе, ладно, хуй с ним. А, Саша, рыбацыпа, давай тоже тогда раскол ебани. Чтоб у меня ближайший шлакопустка по агру. Угу. Вот сейчас тебя это сделаю набег.
Все, забираю, вот поехали дальше. Сука, запы так и не выпали, блядь, танковские, нахуй. Куда они выпадут, ёбаного? Да, это уже до смешного, понимаешь? Я вот смотрю на многих танков, там ребята уже, блядь, с 226-й пухой. С запами 13-ми, со всей херней уже фулл бис стоят. А я хожу уже какое, блядь, 4-е или 5-е КД без продвижения по шмоту вообще, блядь. Не падает. Щит этот обычный. Да, да. Щит, пуха мне нужна, блядь. 26-я пуха на танка с этого, с келя, с ласта падает. О, Тагариус, ты там собирай, я пока тут соберу. Там топорик одноручный, пиздатый. Не домажьте их пока, дайте собрать, блядь. Все, играем. Баллада, отдай пока гимноману. Я вас научу на этом КД быстро ходить, блядь. Могу послакать. Можешь поводить, если хочешь. Да я положу, да. Все, КД все в центр. Саш, поставь рыбу. Пусть все отъедятся, отопьются. Напоминаю тактику, господа РДД, выбегаете вы за нашим движением, выносите. Не диспелим никто. В старые лужи не заходим никто. Даже на грань к ним лучше не подходите, если вы в себе не уверены. Милики всегда выносите наперед движение от босса. В целом все. Перед мордой стараемся никто не находиться. Да-да, лужу всегда вперед уносить. Ну, то есть, если босс вот здесь, где я сейчас стою, то ты двигаешься вот сюда, грубо говоря. Вот сюда вот. По диагонали от босса наперед. Не назад, а наперед. Причина готовности, если все готовы, то поехали. Дайте ему дойти до меня. Все, играем. Так, у нас в КД еще Гера 4 минуты, окей. Облако милики сдвигаем. Войт, собирайте мелких-то. Кадыров побежал. Я уже здесь. Красавчик. На полы все пока в меня сдавайте. Тут вожу, неудобно. Облако милики. Трик вынес. Блэк Дарк и рыбацы по раскол. Облако. Сдвигаю. Аккуратно, никто не дохнет. Аксу нам он вынес. Облако, милики сдвигаю. Тагариус, дай сальву по баму. Облако, милики сдвигаем. Облако.
Облако. Шакит. Да, шакит вынесет. Ну, в нем я уверен. Геру не надо будет сдавать, так добьем. Ее вынес. Облако милики сдвигаемся. Все, ее назад побежал к нам. Угу. Капуста гимноману. Облако. Бам, отвлекись от урона, Иннер, турбоежа. Аксономон вынес. Облако милик. Август вынес. Облако милики сдвигаемся еще. Трик вынес. Что-то под мордой кто-то был еще. Видимо, да, Леохаммер вынес. Облако милики сдвигаем. Бам вынес. Да трэш так никто не бил. Гондир вынес. Мелики не стоим в области. Трик вынес. Все, босса добили. Лутай, забирай лут. Перезвон второй. Ну, кстати, да, тринька выпала на РДД. Это РП. А, и РДД еще. А, и РДД еще. Да, РДДшная выпала. Тебе перезвон дам, у меня уже дам. Есть. В смысле? В смысле? Ты про что? Это какой перезвон? Ну, который меткость РП. Ну, а почему ему? Потому что разрол... Блять, ребят, потому что разрол будет потом. Он просто кинул, потому что она уникальная. Он не может две штуки хранить в сумке. Не переживайте. Шмотки все будут ролиться. Нролом тут никому ничего не надо. Сейчас после Тадиуса, потому что в сумке место не бесконечное, разролим после Тадиуса. Ну да, после Тадиуса поставим, как бы сначала разролишь все, потом поставим перерыв 3 минуты, чтобы ребята все передохнули, и дальше идем 2 квартала и ласты. Блять, кто что сагрил? А, мобы, фух. Я думал, кто-то неаккуратно спрыгнул. Пан чё, релогается? Да, релогнулся. Да, вижу, все отлично. Этот, маги, вы тогда все встанете по сторонам. Дюрекс, Трик, вы будете ближе к центру держаться, ставить это тем на замедло. Сейчас, ты метки раскидал. Все, расставляй метки. Кадыр, на тебе звездочку. Креветка, на тебе кружочек. На. И август, на тебе ромбик. Стоите на своих метках. Да мне похеру, есть у тебя фрост или нет. Просто вливайся так. Ну, сдаешь, вон, блядь, ледяное копье нахуй, и все, и кайте. Единственное, что мы без наполов будем, поэтому вам придется бегать кайтить. Или может одного рогу тебе туда отправить? Мы же мелик туда отбегал, нет? Смотрите. Кружок. Кружок, по сути, я там стою. Я там с кружком. И с крестом. И просто с двух сторон крест на крест. Пускай пуляют, пускай два тела, и все.
И они будут идти через кружок и крест мобы с звезды и кружка и ромбика. И все. Я буду вокруг я буду тотемах выводить. Ну, ты имеешь в виду поставить вообще рагулей туда по меткам? Зачем? Зачем рагулей? Ну, маги. Маги. Ну ты понял, нет? Ты понял? Вот смотри. Да, смотри. Все, ладно. То есть задача что? Вот я маг, чтобы вы понимали все. Понимали. Вот я маг, я вот стою на звездочке. Подбегаю поближе, подбегаю между крестиком и кружком. И стреляю в моба, который идет с ромбика. И он идет на меня. А между мной и мобом стоит воид, мишка такой танк. И водит вокруг тотемов. И все будет заебись. Да, давайте так и сделаем. Тогда, в принципе, кто у нас кружочек был? Креветка вроде. Креветка, ты стоишь, дамажишь с нами. Забей. Все, Тагариус будешь менять по спаду стаков, буду говорить тебе. Так, кто у нас там, что, кто-то АФК ушел? Нет, все готово. Даю таймер. Да, ты на минус Берсе. Блядь, Шакит, вот ты куда убежал, блядь, со своего места, на? Надо подождать. На поясе у меня, да, Геру, давайте. Ну, забирай, наверное. Трупаешь ты на танках, Варвайк, ты помогай там хилить. Ну, забирай. Милики, когда таймер придет в одну секунду, тогда убегаете все в центр. РДД все приготовились. Все, милики убежали к крестику. Все играем. Баллада, гимн на ману. Мобы новые. Новых мобов не трогайте, старых только добили и все. Ну вы что делаете? Новых собираете, блять. Ну зачем их подводить к боссу, нахуй? Вы что, не знаете, куда катить? Кайтите, блять, на ком мобы вы видите агро, сука, на ком? Сыбались отсюда, блядь. Сука, 8% ему отрезали, блядь. Играем пока по боссу. До истребления вряд ли добьем, наверное, еще одну будет. Из-за того, что проебались. Все пока по боссу играем. Все, абсолютно все по боссу играть. Не будем свечиться в трэш. Успеем. Баллада, готовь гимн на ХП.
Примораживайте, примораживайте. Ну, блять, дохуя мы. Баллада, да, давай гимн на ХП. Блять, ну что вы сделали? Все, свечитесь, блять, трэш, свечитесь, трэш. Бейте, бейте, и кто-то накает, идите, кто-то новые мобы идут. Новые мобы идут. Говно ебаное. Что вы делаете, блять? Вы, блядь, просто подняли чуваку нахуй еще 10%, блядь. Все, вот просто этих, из них. Вот этих жите. Пан, иди поводи пан. Их. Что-то поделай там. Или войско кто-то с ДК подойдите, дайте в пушке. Да, к самому ноги, дай им войско там. И мобов подальше, к пушку дальше. Таунтите, таунтите. Они там добьют, сейчас там добьют лям. Просто в общей сложности вы ему нахилили 21%. Уже можно было Тадиуса начинать за это время. Ну, конечно, два ханта знаешь лучше, когда они на пул сразу дают. Плюс они как-то еще понимают. Ресните Войда. А ДК у нас не могут, что ли, этот, уйдите все назад, я вам сюда моба приведу.